7 Metal. Меня зовут Алекс Твистед, и я продвигаю свою любимую тяжелую музыку. Если ты меня поддерживаешь в этом, пожалуйста, подпишись на мой канал. Если тебе понравится это видео, поставь лайк и напиши комментарий. Мне будет очень приятно. Итак, сегодня у нас вторая часть выпуска, посвященная женщинам в метале. На этот раз со всего мира. Напоминаю, что речь будет идти об экстремальных стилях музыки, и здесь не будет Найтс, Вишигуана, Эйпс. И понятное дело, что объять необъятное просто невозможно. Я взяла на свой взгляд самые показательные команды, начиная от мейнстрима и кончая глубоким андеграундом. Как и в первой части, более подробно я бы хотела остановиться на двух группах. Это гранды европейского металла Bolt Thrower и Crematory. Bolt Thrower из Великобритании – одна из первых и наиболее уважаемых death metal групп. Подумать только, их дебютный альбом вышел еще в 1988 году. Но не каждый знает, что все это время, с первого альбома и до самого распада, на борту этой воинственной машины была девушка, басистка Джо Бенч. У меня в руках довольно редкое издание последнего альбома группы от Mazar Records. Это двойной дигипак, где в качестве бонусного диска представлен классический альбом 91 года War Master, трек с которого я и предлагаю послушать. Bolt Thrower за свою историю выпустили 8 альбомов и, не сдавая оборотов, были верными своему стилю до самого конца, выдавая death metal высшие пробы. Но я думаю, что их история еще не закончена. Группа Crematory из Германии, несмотря на смены стиля, всегда славились обилием клавиш Кэтрин Юлих, которые придавали симфонизм и атмосферность на первых работах, а затем электронность на более поздних. В отличие от собратьев по сцене, клавиши здесь выполняют не второстепенную роль, а одну из главенствующих, придавая группе оригинальность и самобытность. А я предлагаю послушать песню с дебютного, моего любимого дэтового альбома «Transmigration». Это издание от компании «Ironed». From other life, and a new bit with you.
Да, группа сильно изменилась с первого альбома, но сегодня крематорий все так же узнаваемы, и я с удовольствием посмотрю их выступление в следующем году на нашем фестивале Big Gun. Маниакальная, безумная, истеричная, виртуозно владеющая гитарой и скрипкой. Все это про Кэтрин Томас, более известную как Грет Кэт. Ее карьера началась в Америке в середине 80-х годов и представляла собой гремучую смесь из эпатажа, гитарного шреда, классики, трэша и трэша. Я считаю Кэт именно той, на которую стоит равняться в плане смелости и подачи себя. Никого не стесняться, наплевать на мнение толпы и быть против всех. Осторожно, шок-контент. Welcome to my torture chamber. Если одной девушкой в составе дэт-метал-группы никого не удивить, то как насчет старых, полностью женских, групп, которые играли настоящие old school? Сейчас речь пойдет как раз о таких. Первая группа, пожалуй, самая известная из них – Мифик из США. Это Doom Dead проект, где все участницы по-своему легендарны и после распада продолжившие играть в других командах. Мэри Белич, Дана Даффи и Терри Хэгин.
вторая олдскульная женская группа Димона Месси, берущая также начало из ранних 90-х в США. Группа существовала недолго, но зато дала плацдарм таким музыкантам, как Дана Косли, игравшая в самом Циник, а также Робин Мейс, о которой мы еще поговорим. Но насколько же круто они смотрелись живьем. Я бы никогда не поверила, что в составе одни девушки. Третья группа из списка – November Grief. Это канадский старый женский дед. За свою историю они всего записали пару демок, композицию одной из которых я и предлагаю сейчас послушать. Четвертая группа списка – бразильянки Вальхала. Группа была основана еще в конце 80-х годов сестрами Таварес. Но потом состав много раз менялся, и в итоге осталась в группе лишь одна из трех сестер – Адриана. А изюминкой группы долгое время была поющая барабанщица Ариадна Сауза. Наконец, пятая группа настоящего женского олдскула – американки Теркета, образованные еще в конце 80-х. Они то распадались, то собирались вновь. А свой первый полноформатник они записали только в 2000-х. Зато какой! Вы только посмотрите на состав! Помимо Шерон Басковски из оригинального состава, в записи участвовали уже знакомые нам Мэри Бельч и Терри Хэггин из Мифика, а также Робин Мейс из Димона Месси. Say, welcome.
сожалению, часто такое бывает, что группа на заре своей карьеры, выпускавшая шедевры, постепенно уходит в коммерцию, меняя стиль и состав. Такой группой я бы назвала «Театр трагедии» из Норвегии. Глубокий готический думдет с проникновенными мелодиями фортепиано и скрипки, сочетание мужского гроула и тонкого голоса Лив Кристи. Когда-то все так начиналось, но времена меняются. Что ж, давайте послушаем песню со второго моего любимого альбома. Рэйчел Хейзер, голландская вокалистка и оригинальная участница групп Occult и Pathology. Тем не менее, большую популярность ей принесли культовые брутальщики Sinister, с которыми она записала два альбома. И давайте сейчас посмотрим, на что способна эта барышня. Делая обзор метал-групп с девушками в составе, очень сложно не упомянуть об Arch Enemy, которую вы все прекрасно знаете. Сейчас это уже интернациональная группа со звездным составом. Но скажу честно, мне больше нравятся прошлые проекты этих музыкантов. Но как можно кого-то обвинять в коммерческом успехе, создавшем целую плеяду подражателей? И вот очередной вечный спор, кто же, Анжела или Алиса? Я предлагаю не спорить, а посмотреть кусочки видео с каждой из них. Dead on the walls, wake up the world. Ignorance is not worth. So fed up with the second best. Our time is here. We will rise.
Если со званием королевы мелодик дета могут быть споры, то с королевой трэша все однозначно. Конечно, это Сабина Классен из немецкой группы Holy Moses. Группа играет трэш с середины 80-х годов, ну а мы ждем их ближайших концертов в России. Итальянская группа «Опера 9» в своем оригинальном составе с Кадаверией на вокале исполняла очень необычный атмосферный Black Death. Затем пути музыкантов разошлись, и Кадаверия основала свою одноименную группу. Давайте посмотрим видео с их дебютного альбома. My body abandoned in solitude of the moon. In peace of mind erect, compared to suffer, from forces of the wisdom we can grow. Еще один образец голландского дета – группа Acrostision. Она была создана еще в конце 80-х годов и существует до сих пор. Все это время на вокале и на басу была и остается Карина Ван Ден Брэнд, которая сейчас участвует и в других проектах. А мы послушаем песню с их первого альбома. Хорватский дум с флейтой и скрипкой звучит необычно. Это группа Ashes Your Leaf, в составе которой всегда было две девушки. Коллектив назван в честь одноименной песни Cathedral, но имеет мало чего общего с этими англичанами.
Стиль группы видоизменялся со временем, а их первый альбом был написан явно под влиянием моего любимого раннего творчества «My Dying Bride». Грайндкор? Почему бы не послушать немного грайндкора? Тем более есть отличный повод. Американские классики жанра «Fuck the Facts» с Мелани Манжон на вокале. Они просто безумны, как и их фанаты. Группа с нетипичным названием «Животная радость» с Донбасса нарезает настоящий олдскульный дэт, являясь представителем донецкой мощнейшей сцены. Группа основана еще в конце 80-х годов, но свой дебютный альбом они выпустили совсем недавно. На этой пластинке мы как раз сможем услышать работу гитаристки Анны Демайс. Астарте – это греческая, полностью женская блэк-метал-группа, основателем, вокалистом и мультиинструменталистом которой была Мария Калакури, она же Тристесса. Вскоре стиль группы преобразовался в мелодичный блэк-дэт. К сожалению, Тристессы с нами уже нет. Она умерла в 2014 году, а группа Нервоса – женская трэш-метал-группа из Бразилии, объездившая со своими концертами полмира
и получившая множество поклонников, в том числе и у нас в стране. В этом году состав группы потерпел большие изменения, и теперь группа является интернациональной, а единственной оригинальной участницей остается Прика Амарал. Немецкая, полностью женская группа «Сакралис» образовалась в начале 90-х годов, пополнив отличную экстремальную сцену Германии тех лет. К сожалению, многие из этих групп кардинально сменили свой стиль. «Сакралис» же оставались верными своему пути до конца, но в начале 2000-х группа прекратила свое существование. Украинская метал-сенсация «Джинджер», покорившая лучшие площадки мира. На вокале Татьяна Шмайлюк. Смотрим. Пожалуй, один из самых необычных проектов в сегодняшнем обзоре – Муркрат. Это Funeral Doom из Австралии, где все партии, за исключением ударных, исполняет вокалистка-мультиинструменталист Мэнди Андерсон. Вы могли видеть ее в составе другой похоронной группы – The Slow Death. А в руках у меня второй альбом Муркрат, ну а мы давайте посмотрим видео с дебютника. Yeah.
Как вы помните, прошлая часть выпуска была посвящена девушкам на русской метал-сцене, но не была упомянута одна достойная формация – Теодолит. Сейчас я хочу исправить это упущение. Теодолит – это Декстеры с берегов Невы, образованные сравнительно недавно, но уже успевшие выпустить альбом и сингл. На вокале и басу – Оксана Рейдж. Ну что ж, нам пора заканчивать. Лейблы, диски которых я сегодня держала в руках, будут сейчас на экране. И, конечно же, в мире существует еще масса отличных групп, которые достойны, чтобы их знали и слушали. А какие экстрим-метал-группы с девушками в составе знаете вы? Что нового вы открыли из моего выпуска? А может быть, вспомнили? Пишите в комментариях. Ну а для тех, кто до сих пор считает, что девушкам в метале не место,